Ну, сегодня первый матч мы играли официально на этом стадионе, и я думаю, что именно вот это и немножко сказалось в том смысле, что команда была немножко скована и зажата, да, и у нас не получилось, к сожалению, сыграть в тот футбол, который мы обычно играем, и допустили слишком много таких ошибок простых, детских, которые не свойственны на самом деле нашей команде. Отсюда, наверное, и в принципе в атаке мало чего получалось. Первый тайм, считаю, что совсем провели не так, как хотелось. Да? Во втором вроде бы там перерыве поговорили и что-то там, какие-то моменты стали получаться, но контратаку пропустили, одну из контратак, да, и пропустили гол. Ну, в целом, что можно сказать, опыт приобретаем, и, в принципе, это то, что нужно молодым ребятам, да, и то, что они сыграли на этом стадионе, это хорошо, и это поможет им в дальнейшей их карьере, да. Игру разберем, естественно, и будем проанализируем и будем исправлять те ошибки, которые допустили. Евгений Александрович, если брать не столько сегодняшний матч, сколько прошедшую часть сезона в целом, кто из ребят, по-вашему, сейчас в наибольшей степени готов уже работать с основой, может быть, даже играть в основу? Если взять этот отрезок, ну, я думаю, что на этом отрезке у нас выглядели так, достаточно хорошо. Это Кутепов, это Леонтьев. Я бы выделил вот этих двух игроков. Ну, и Зуев были хорошие матчи. Группа атаки пока что, если там Обухов или Давыдов выбрать, пока все-таки не лучше? Ну, Обухов перепадами играет. Были хорошие матчи, были не очень. Потом травма у него была, он там пропускал. И пока такой цельной картины нет, да, по нему. Давыдов только сейчас недавно с нами работает и, в принципе, сыграл совсем еще немного. Опять же, там травма была, пропускал. И сейчас пока видно, что пока он далек от того Давыдова, которого хотелось бы нам всем видеть. Но будем работать. Меньше работать? Ну, я думаю, что там комплекс причин и там отсутствие игровой практики, и потом опять же травма, да, которая сейчас вот он в сборную поехал, получил травму, пропустил какое-то время, да, и думаю, что все вместе влияет на его игру. Но я думаю, что понятно, что от него все зависит, но парень талантливый, перспективный. Все это знают, да? Понятно, что всю жизнь нельзя ходить в талантливых перспективных. Надо проявлять себя. Но будем работать, будем его направлять на то, чтобы был более стабилен, скажем так, в игре. Еще вопросы? Еще раз уточнить. Игра показалась немножко такой у нас академичной. И вопрос был в том, что это действительно ли трибуна первый матч здесь подействовала. Или все-таки не так легко взломать команды? Конечно, противник играл больше от обороны первый тайм. Все-таки больше именно волнения на вас. Я думаю, что да. Мы понимали, что соперник будет играть от обороны и большими силами обороняться, рассчитывая на контратаку. Ну, у нас первый пас не проходил. Вот этот первый пас в зону между линиями. У нас там и открывались неправильно Давыдов с Обуховым, и подстройка была плохая, скажем так. Поэтому, конечно, в такой ситуации очень сложно взламывать оборону, да, когда мяч туда практически не доходит, и ребята плохо открывались. Ну и плюс, я думаю, что вот то, что я сказал, да, скованность была, скованность она чувствовалась.